Предполагается, что отремонтированный «Тарк» адмирал Нахимов продолжит службу в составе Тихоокеанского флота России, а Петр Великий будет оставаться флагманом российского Северного флота. Атомные крейсеры проекта 1144 являлись основой океанских боевых сил ВМС СССР. Аналогичные американские ракетные крейсеры с ядерной установкой серьезно уступали «Орланам» в вооружении и размерах, так как на них в основном ложились задачи эскорта ударных авианосцев –